День народного единства, ну, это символический праздник. Вы знаете, вообще смутное время – это одна из важнейших вех в нашей российской истории. Ведь раздрай лирит, внешняя интервенция, по существу подвели к распаду русской государственности. И только величайший гражданский и патриотический подъем позволил не просто спасти России и русскую государственность, но и дать очень мощный толчок ее развитию в последующем. Что и произошло в 17 веке и в последующий период. Я хотел бы подчеркнуть то обстоятельство, что вообще День народного единства – это такой гражданский праздник. Ну или военно-гражданский праздник. То, что народное ополчение, которое было создано по народной инициативе и сыграло гигантскую роль в тем, чтобы закончить со смутами в России, навести в России порядок, изгнать интервентов. Это гражданское общество, тогда его, конечно, так не называли, и, может быть, в сегодняшнем понимании это и не было тем гражданским обществом, о котором мы сегодня говорим. Но по существу, я полагаю, что это было именно гражданское общество, которое на идеях патриотизма, единения, солидарности сумело решить задачу, которая казалась уже нерешаема. Потому что в России уже дербанили во все стороны. Вот я недавно узнал, положим, письме английского посла Мерика английскому королю Якову I, Стюарту, которому Мерик предлагал взять Россию под протекторат, имея в виду, что в России такой сегодня раздрай, беспорядок, и что это облегчит установление английского господства в России. А по его мнению, писал он королю Якову, контроль над Россией позволит взять под контроль все торговые пути и всю торговлю на огромном евразийском пространстве и сделает Англию непобедимой, богатой. А что касается русских, то надо к ним относиться благосклонно, но благосклонно только до такой степени, чтобы они не почувствовали себя хозяевами на этой земле. Это очень интересное вообще соображение, что тут подобное. Этому предлагал и Колумб в свое время в письме к испанскому королю. Так что, в общем, думаю, что День народного единства, который мы, по-моему, до конца еще недооцениваем, это исключительно важный день для нас. И дело не в том, что, собственно, произошло в этот день. Освободили мы от Кремля, от поляков. Мы освободили землю русскую от напасти, которая привела бы к тому, что мы лишились бы нашей государственности, а таким образом мы с вами лишились бы своего отечества. Спасибо.